Готовим сырный бургер. На подсолнечном масле обжариваем одну луковицу. Дальше кладем говяжий фарш и обжариваем до полной готовности. Вливаем кетчуп классический при желании. Дальше кладем соль, сушеный чеснок, паприку. Хорошо перемешиваем, кладем сыр. Соединяем сыр с фаршем. Убираем в сторонку. Дальше обжариваем булочки для бургеров со сливочным маслом до золотистого цвета. Булочки обжарились, начинаем собирать бургер. На горячую булочку кладем сыр. Дальше зелень у меня шпинат, фарш, еще раз зелень, помидоры и закрываем булочкой. Бургеры готовы. Всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами и делитесь результатами.